Кто такие Чебурашка и Гена, маленькая Рахав даже не представляет. Раскраски ей подарили уже в России. А родилась девочка в Сирии. 5 месяцев назад она вместе с родителями вынуждена была покинуть родину. Там началась война. Теперь Рахав с родными живет в Красноармейске, в центре временного содержания вынужденных переселенцев и беженцев. А ты хочешь назад в Сирию? Да. А почему? Потому что я давно была там, а я там есть бабушка у меня. Девчонки, начни кушать. Глава семьи по имени Сами сегодня на хозяйстве. Жена с младшей дочкой уехала в больницу. В центре им выделили 2 комнаты. Коммунальные услуги бесплатно, как и медицинское обслуживание. Готовят сами. Продукты тоже за счет центра. Вот это моя семья, это моя маленькая ребенок. В Дамаске у семьи осталось много родственников, но они вряд ли скоро увидятся. Сами собирается осесть в России. Сейчас ищет работу. По профессии он экономист. Даже если найти здесь работу в этом городе, это маленькая зарплата. Вот я, мне предлагали много. Даже вот сидели, мне звонят, завтра утром иди на работу, но я обойду. Но там сколько дают? 6-7 тысяч рублей в месяц. В центре временного содержания существуют разделения. Иностранцы и выходцы из бывших советских республик живут в разных корпусах, но на одной территории. Красноармейский – единственный центр в России, где есть такое соседство. Сейчас здесь находятся граждане из 12 стран. Иногда случаются конфликты. Война у нас происходит в Египте из-за того, что у нас мусульмане и христиане. И у меня, получается, из Египта есть 5 семей христианские, они себя называют коптами, и 1 семья мусульман. И даже вот у этих, так скажем, у этого одного народа, Египта, у них на моей территории, в частности в центре, возникают конфликты вот на различных бытовых почвах. Это радует. Иностранцы сами не готовят. В их корпусе есть общая столовая. Питание они получают по талонам. Меню на 5 языках. Афганском, французском, английском, арабском и русском. Сейчас как раз время обеда. Ну, посмотрим, что приготовили сегодня. Салат, суп, биточки, рагу овощное и напиток цитрусовый. Кстати, меню здесь составляют с учетом вкусов разных национальностей. Ведь некоторые не любят гречку, другие тушеную капусту. Ну, а вот от бананов никто не отказывается. Африканец Берхану в Россию приехал около 5 лет назад. На родине успел закончить 2 курса института по специальности политология. В Красноармейске подрабатывает на местном заводе. Только вернулся после ночной смены. Жизнь в центре его вполне устраивает. Даже правило не выходить за территорию после 10 вечера не смущает. Так безопаснее. Ночью мы иногда, вот сегодня, допустим, возвращаем 10 часов вечером, да. Это понятно везде, любая страна, молодежь, они хотят какое-то приключение после пива или что-то, да? Честно говоря, боюсь. Берхану уже хорошо знает русский, поэтому дает уроки своему соседу. Другие иностранцы могут ходить на коллективные занятия, ведь получить российское гражданство можно, только освоив язык. Но большинство учиться не торопится. Получив вид на жительство, они будут обязаны уехать из центра. Елена Гришина, Александр Королев. Новости. Телеобъектив.